Новая пожарная часть будет располагаться по адресу Перовская 1А на территории автобазы почтового ведомства. В ее ведении будет территория поселка Шмидта. Сейчас при возникновении пожара бригады спасателей могут потерять драгоценное время на въезде в поселок, поскольку с обеих сторон он отрезан от города железнодорожными переездами, а в сутки там проходит около 200 составов. Здесь есть добровольная дружина пожарная, она располагается здесь на территории станкозавода. В смене дежурит 4 человека и один пожарный автомобиль «Урал». Но их задача как бы в первую очередь прибыть на место пожара. И, в общем-то, самая главная задача – максимально быстро эвакуировать людей в случае, если они есть. Вот, а, конечно, для тушения пожара этого расчета мало. Сейчас процесс строительства находится на этапе оформления всех документов и разрешений. Эти вопросы обсуждали на месте в рамках выездного совещания под руководством депутата Госдумы России Александра Хинштейна с участием представителей городской и районной администрации, профильных ведомств и сотрудников региональных управлений МЧС и Российской почты. Уже выполнены первые шаги дорожной карты. Действующий правообладатель участка подготовил документы для отказа от пользования территорией с ее последующей передачей в региональную собственность. Сейчас мы определились с текущим состоянием, с шагами, которые предпринимаем и будем предпринимать. Земельный участок размежован, на две части поделен. Часть, которой почта отказывается, часть, на которой будет по-прежнему работать ее автобаза. Сейчас нам важно как можно быстро переоформить кадастровые номера новые, подготовить акты на списание стоящих здесь зданий. Своими глазами сейчас убедились в том, что они действительно заброшены и непригодны к восстановлению. Планируется, что вся подготовительная работа будет закончена до конца года, чтобы в следующем начать проектирование и первые этапы строительства. Для сокращения трат и времени в работе будут использовать успешные типовые проекты пожарных частей из других регионов. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.